Неотъемлемая часть Саратова – Кумысная поляна, его легкие и тяжелая болезнь – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, невидимая угроза, что скрывается под вновь выпавшим весенним снегом. Об опасности напоминают плакаты с портретами разносчиков ФАС и профиль и информирование об разброшенном яде. По данным Роспотребнадзора, за три последних месяца в области уже зафиксировано 122 случая заражения, хотя дачный сезон еще не перешел в активную фазу. Все та же Кумысная поляна. Далеко ходить не надо. Достаточно сделать два шага от машины, и под ногами вас ждет новая опасность. Речь о маленьком, но очень неприятном насекомом – клеще. Эти кадры сняты рядом с автомобилем съемочной группы. На соседнем кусте еще один экземпляр для исследований. Бесснежная и относительно теплая зима дала этим кровососам возможность не сократить свою численность, а наоборот. Это местные владельцы скота. Коровы – часть их жизни. А после прогулки частью рогатых становятся и клещи. Но, как говорят хозяйственники, пока нашествие еще только ожидается. Ну, с коров не снимаем, а себя иногда, да. Бывает. В этом году много? Ну, сейчас пока нет их до такой степени, чтобы их было много, нельзя. На 1-2 попадает. 1-2, да. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день уже зарегистрировано 16 обращений об укусах клещей. Тем не менее, что по ситуации с геморрагической лихорадкой, что с прогнозами о нашествии кровососущих насекомых, ведомстве от комментариев в прессе воздерживаются, ограничиваясь лишь релизами и рекомендациями на собственном сайте. Хотя прошлый год запомнился больше, чем 2000 заболевших ГЛПС и 2 смертями, возбуждением уголовного дела, не получившего продолжения, и широкой огласки имен, ответственных за несвоевременное принятие мер по сокращению числа мышей. Напряженная ситуация разворачивается и за Волгой. В Узморье обнаружены останки свиньи, зараженной африканской чумой. Заболевание не опасно для человека, но переносится другими животными и уничтожает поголовье домашних свиней и диких кабанов. Управлением ветеринарии ведется поиск разбросавшего зараженные останки. Там ранее каких-либо событий, связанных в этом селе, с африканской чумой свиней не было. То есть вывод у нас напрашивается то, что африканскую чуму туда завезли. То ли владелец некий, который там в самом селе находится сейчас, то ли это просто, учитывая, что находится всего на федеральной трассе, выкинули из машины по пути. Каких-либо средств защиты от нее не изобретено. То есть нет ни вакцины, ни лечения. Это тоже как коронавирус, если аналогии. То есть нужно такие создать условия, чтобы вирус не проник в помещение, где содержат свиньи. При случае вспышки предусмотрен законом уничтожение поголовья в радиусе не менее 5 километров. Это опять же вот к владельцам животным обращение. Один завезет, да, чуму, а пострадает все село. То есть, как правило, один является виновником в распространении данного заболевания в селе. По мнению специалистов, больное животное могло быть привезено из соседней Самарской области, либо из Ульяновска, где часто возникают вспышки африканской чумы свиней.